Зачем я вообще пополз в этот коридор? Первый травм удачный. Ладно, если бы это было где-то в середине игры, я бы, наверное, не начинал заново. Ну, это в начале. Давай, беги. Первый трай, да. Зачем там вообще этот камин сделали? Что за приколы вообще? Что за издевательство над человеком? Игра же коридорная. Сделайте один коридор. Зачем эти лишние двери здесь? Какая гадость. Что это? What is it? It's it. What is it? Выпусти меня. It's it. What is it? Выпусти меня. А если это враг? Как ее выпустишь? Так. Все игры отличные от второго Резидента собирают мало народу. Где здесь выход? Гадость. А? Что это было? Я реально такое ощущение, что назад бежать быстрее, чем вперед. Так, бежим. По тайной Стой, двери. Подожди. Так ты беги быстрее. И ждать не придется никого. Кстати, а мне одному кажется, что когда говорят Итан, это похоже на то, как бабушка зовет Игоря. Я про Игоря из Уральских пельменей. Игорь! Не знаю. Никто здесь... Американцы не знают про эту шутку, про Итана. Про Игоря. Можно, конечно, использовать Итан. Итан! Итан! Какого хера? А я, короче, когда слышу слово... имя Айзек, я вспоминаю... Я вспоминаю Айзека из игры. Как там, забыл, как, блядь. Байдинг оф Айзек, что ли? Тут столько трупов. Там его мать звала все время. Айзек! Айзек! Это ручка Итана. Смотрите, он куда-то попёр никуда. Давай, давай, давай! Бежим.
Боже мой! Первый трай неудачный. Интересно, если здесь остановиться, меня поймают? Давай фонарик. Где у него, кстати, фонарик находится? Я что-то не видел у нее на куртке фонарика. А, я же отсюда пришел. Твою мать, а что я сюда полез-то? Я что-то вообще дезориентирован в пространстве. Я же пришел из этого конуры. Типа это был спуск в подвал. Я из этого... из камина вылез, блядь. Ничего меня глюкануло. Так, хилка есть. Так. Здесь мы все взяли. Я не знаю, реально ли пройти за 40 минут особняк. Если не спидранить. Господи, боже мой. Слава богу, выход. Если не бегать, как дурачок. Что теперь? Что теперь? Теперь назад. А вон у нее фонарик откуда-то на этой. А я на языка Кляйнера из Хелочки. Понятно. Так, его проще убить, чем обходить, да? А, так, здесь все заблокировано, видимо, правильно? Значит, мне надо сюда. Да, здесь заблокирован проход. Понятно, почему он обходил. Так, вот этого козла можно обойти? Давай, иди сюда. Он меня сейчас здесь запрет. Ладно. Промазал. Здесь мы времени немного тратим. Если хочешь помочь, защити меня от этих тварей. На вот эти. Что? Олег, зря ты стрелял. Мне отбиваться самой? Не, какой? Ты что прикалываешься? Меня завалят. Я что, спидранил, что ли, чтобы это не обращать внимания ни на кого? Меня угасят просто. Меня угасят легко, ублюдки. Попробуем там потом пройти по этому, по жиже. Так. Нам не сюда, нам сюда. Попробуем пробежаться мимо этих козлов, я не знаю. Так, здесь ублюдок сейчас стоит. Мимо него мы пробегаем. Мимо него мы пробегаем, и он нам ни хрена не сделает. Это я запомнил. Нет, что-то я запомнил в прохождении. Поищу способ как-нибудь перебраться.
Так, я не знаю, пистолет апгрейдить. Он, в принципе-то, нам не нужен особо. Я вот не помню, здесь можно спрыгнуть? По-моему, он спрыгивал, да? Надо разок попробовать, это фича такая. Какая фича? Пробегать мимо? Да это тренироваться надо, я тебе говорю. Оно так просто не дается. Фича тебе будет, фича. Меня ушатают и все. Мы снимаем нормальное прохождение для нормальных пацанов. Чего ты начал со своей фичей? Так. Посмотрим. Может сработать. Или ты про то, что пройти по этому... пожиже. Может и фича. Может и фича. Сейчас узнаем. Ну это не фича, это недоработка. Просто нужно... Ну-ка. Давай. Е! Можно спрыгнуть. Е-бой! Уничтожим. 11:15, да. Все нормально. Время перезагружается. Давай, заходи, чувак. Разработчики пощадили. Короче, там, походу, просто так не пробежишь, ребятки, я вам скажу. Походу, там либо в тайминги попадать надо, либо еще что. Возможно, я себе смертный приговор подписал. Ну да, я не знаю, как он здесь пробегал, честно говоря. Да, блядь. Не, это, короче, это хуйня. Пробежать здесь так просто не получится. Вот так вот. Что? Что-что? Все. Давайте это забираем. Это не потому, что здесь можно пройти, это потому, что чувак грамотно сыграл. Там как-то нужно правильно обходить. Тайминги попадать. И так далее, и т.п. Такс. Давай мне. Да все! Я не думала, что все обернется вот этим. Так, а куда нам дальше-то? Нет, моя цель осталась прежней. Мне нужен этот кристалл. Спасибо. Спасибо. Хилочка халявная. Так, куда нам дальше? Наверх? Нам наверх. Так, апгрейдить пистолет не будем. Потому что...
Окончание нау, потому что время потеряем. Вот так вот. Так, ладно, нам сюда. Я не помню, как он его обошел. Непонятно. Отойди, дядя. Так, заходим сюда. Продвигаем реагент. Обязательно берем. И у нас снижаются ФПСы. Видимо, их тут много. И у нас есть суперспособность. Так, ждем, когда этот дядя поднимется. Сосредоточься на враге. Так, все нормально. Да ты, это ты. Бежим отсюда. Новая трава появилась. Отошел на 5 минут, а ты уже пол игры побежал. Да нет, ты че? Все нормально идет. О, как я их откинул, а? Так, взял патрон. По-моему, мимо этих он пробегал. Так, он что-то тут пробегает. Используем вот эту парашу. Я не знаю, как он это делал. Но что-то здесь... Что-то у него слишком все ловко получилось. Так, у нас что появилось? Можем сделать хилочку. Одноглазый ключ. Колба. Так, нам сюда. Наверх мы потом поднимемся, да? А, одноглазый ключ. Значит, нам нужно идти во двор. Так, он нам что-нибудь выдаст интересное? Или мы просто здесь постоим, время потеряем? Стараюсь, но это нелегко, когда за тобой гоняется псих-гигант и его жуткие прихвостни. Да уж. Он на Миранду сохранил пучки травы, не забудь. Да там пучки травы выдали. Так, мне ничего не дают здесь. Я время потратил зря. Так, маску взяли. Наконец-то. Мы идем в коридор. У нас 38 патронов. Да, да. Давай побазарь. Опа, он убил ее. Так, заходим сюда. Это первое. Меч. Вода. Стрела. Сейчас будет тоже, наверное, дрочево. Отлично, спрыгнули, не пришлось, а 2 часа. Подниматься, спускаться. Так.
Берем реагент. Самодельная бомба. Где этот хрен? Стоит, смотрит. Я не помню, как он тут пробегал. Поэтому пробежим как можем. Так, бежим сюда. Блять, откуда-то отсюда он же делал это. Давай, 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 давай. Так, там он еще ловко увернулся. Ловко увернулся от зомбаря. Стебель белого шалфея. Так, от этого козла мы увернемся так. А этих он просто оббежал, который здесь. Просто вот так вот бежал, бежал, бежал. И обошел спокойно. Спокойно, спокойно. Мы просто обойдем. Он зарашил 20, пока мог спавнился. Ну, я не помню уже. Хо-хо! Так, там зомбарь ходит, орёт. Что у нас здесь есть? Друг. The mask. Да не хочу я твою маску. Еле успела забрать. Огромный урод явился. Еще сражайся, беги. Мне такого не одолеть. А, вот, мне бонусом сейчас дали. Сейчас все пригодится. У меня этих уже трав до хрена. Пучок, это пучок целый. Так, здесь мы берем картину. Здесь мы открываем проход. А мы можем сходить сюда. Чтобы подобрать траву. И бонусную какую-нибудь хреновину. Реагент. Так, это для создания либо гранат, либо дробовика. Патронов для дробовика. Все, мы здесь все обошли. Туда мы не пойдем, потому что там зомбарь. Будем надеяться, что здесь он нас не сожрет. Так, идем к выходу. Мы используем картину. Мы используем картину. Сейчас здесь появится этот урод. Надо же, какая ты у нас настырная. Так, ну, здесь мы легко пробежим. Сюда, как я понимаю, мы уже не вернемся. А нет, мы вернемся, там же дверь эта странная. Опа, промазал. Так, здесь тройной ключ. Тройной ключ мы получим позже. Сначала нужно решить загадку с этим долбаным ключом. А, мы ключ сейчас и получим. Так, бабочку мы не можем двигать. Лягушку забираем. Ягненка забираем. Паука забираем. Так, здесь у нас ягненок. Здесь у нас лягушка. Лягушку жрет змея. Бабочку паук. Изи-пизи. Он решил травить меня головоломками, что ли? Да понятно, маску даруй.
Так, погнали. За маской, дарованной нам. Можно сейчас замедлить зомби, которые встретятся у нас на пути, если там будет что-то жесткое. А, да, не забываем взять дробаш. Это упростит задачу. Так, этого мы откинем, чтобы не мешался. И нам сюда. Так, сейчас проверим. Так. Под каким-то углом ее брал. Ладно, не будем, короче, выдумывать. Погоди, может быть... Последняя маска? Последняя маска. Ладно, мы не знаем, как это работает. Поэтому используем динамит. Динамит! Так, мы их ушатали. Можем пройти сюда. И использовать этот цветок. Тут наверняка есть еще ядра. Блин, ну он там, конечно, сократил. Сократил время прохождения. Но я и так быстро иду, дамы и господа. Все нормально. Все быстро, все в рамках... В рамках дозволенного. Сейчас здесь будут ублюдки. Знаю патронов, я тут набрал этих порохов. Ёбушки-воробушки. Травы. Тихо. Я так и знал, что он подойдет. Поэтому у меня для него заготовочка есть. Нажри. Давайте соединим вот эту фигню. У нас есть пистолетик с 16 патронами. Так. Кстати, можно было использовать на них магию и цветок этот. Юзануть. Но мы бы тогда не получили патроны для дробовика. Че вы там активируете все? Че это такое? Что это нам дает? Такс. Дорожка вымощена. Та-та-та-та-та-та-та-та. Отлично. Время уходит, девочка. Тихо. Погодите, какой-то вот из этих. Тебя сожрут потрока. Да. Так, ждем, когда сейчас откроется стеночка. Так, вот этот. Еще не все, и один вот этот я запомнил. Ты готова к суперфиналу? Так, мы можем создать себе патроны для дробаша. Не так уж много их можем создать себе. Слава богу, все кончилось. Но нам должны выдать патроны, да?
как хорошему ученику. Вот патрон для дробовика. Я, что-то мне кажется, что босса не так просто убить будет. Потому что я, конечно, на видео это было круто. Все. Но мне кажется, что повторить такой трюк-урюк будет проблематично. Сейчас он мне это вставит люлей. Пошел нахрен. 4 патрона. Порох. Реагент. Давай, давай. Он тут, походу, поселился. Что ты меня остановил, дружок? Новая ракета копится. А что там, ракета-то запустилась, а предыдущая? Может, я не то нажал? Они у меня так давно, что... Нужно, наверное, знаете что, на Ютубе посмотреть, что такое трова, как им пользоваться. Все фишки трова. Стопудово кто-нибудь ролик уже создал. Так. Изучить. Маска сюда не подойдет. Золотая. Какая подойдет? Я не знаю. Серебряная. Так. Бронзовая. Наугад ставлю. Не смотрел, с какими там они этими. Затычками. Такс. Издеваешься? Я должна драться с ним? Да ты чё ты глушишь? Он теперь совсем дрожит. Да, я 2 часа буду с ним сражаться. Так, у меня и патронов не хватит. Так, ну я почти его убил. Я думал, что ты умеешь. Отлично, пистолетиком я себе помог пистолетиком. Теперь вопрос в том, где мне взять патроны для дробовика. Гораздо резвее, чем все остальные. Так. Крафтим эту помойку. Берем ее. Пора изменить правила. Так, он сидит здесь. Он еще жив? И стреляет ему в ногу. Что-то пошло не так, короче. Тварь, блядь. Неплохо он разогнался.
Да вы что, издеваетесь, блядь? Так. Теперь вот эти козлы сейчас появятся. А, ну как убить последнего, я знаю. Просто нужно... Так, мы просто будем его... Забираем всю балалайку. Блин, ушел под воду. Сейчас мы ему в спину расколбасим. Так, мы можем один раз выстрелить. Так, я так буду быстрее стрелять. Блядь. Довольно тянуть резин. Заканчивай. Так, получил. Давай еще раз. Да, не работает. Быстро не получается. Ну, последняя тактика у меня пошла. А я говорил, пестом надо. Пестом ему в колено надо. Смерть придет. Пестом надо в колено бить. А там надо было из дробовика стрелять ему в грудь. Ну да, неплохо идем. В принципе. Ну, я думаю, первый раз тренировать тактику и не сдохнуть, это нужно быть мега-супер бойцом. Я думаю, да, за полтора часа пройдем. Тем более, мы знаем тактику против Миранды. То, что можно в нее стрелять из дробовика, даже если она бронированная. Хотя, я думаю, тоже все не так просто. Не получится. Не получится, как профессионалов. Что такое? Сейчас что-нибудь. Сейчас окажется так, что я там это. Буду стрелять так в нее. А у меня патроны закончатся. Кажется, что-то изменилось. А, сейчас проверим, короче. Так. Нужно игру пройти раз 10, чтобы прочувствовать всю механику. Так, с одного, с двух, с трех раз это мало. Короче, как там называется? Practice makes perfect. Чем больше практикуешься, тем лучше получается. Так, идем загадку решать с этими, да? Я уже, блин, не помню, что тут. Ножницами. На картинке подсказка. Так, шкаф, картина, стол. 66. Шкаф. 44.
А, вот шкаф 02, шкаф, картина 02, 44, 66. О, спамеры зашли. Так, главное не забыть здесь последовательность. Так, у нас есть, у нас будет барельеф, да? Мы можем сходить. Барельеф с ребенком. Нам нужно сейчас туда бежать, да, за этой, за куклой. Если я не ошибаюсь. Ты ведь умеешь играть с куклами, да? Опять? Что еще? Так, Люси здесь. Кто-то оторвался по полной. Единственный мой зритель на Твиче — это бот. Так, забираем куклу. И манекены пошли. Такс, у нас будет ключик. Хочешь, чтобы я поиграла с куклами? Сюда ставим Люси. Сюда ставим Кэтрин. В смысле, бот. Она на Твиче, на Твиче, на Твиче. Да, 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 ясно. Так, забираем куклы. Бежим. Джимми. Джимми! Как в этом соус-парке. Соус. Джимми! Не повезло Джимми. В какой-то дыре живет. Так, по эти здесь, по-моему, спрыгнуть можно, да? Если я не ошибаюсь. Ну-ка, ну-ка. Нет. Может быть, я ошибаюсь. Это Джимми у нас. Да ну, да болтгну. Теперь нам нужно поставить три куклы. Комнату с барельефом надо топать. Этот дом такой же жуткий в восьмом резиденте, как и в дополнении. Так, давай, рыбач. Джимми приносит подарок. Есть четыре куклы. Так, вот такие, кстати, загадки, они убивают реиграбельность в игре. А, какого? Так, здесь у нас это обычная темноволосая кукла стоит. Здесь у нас опять Люси.
Так, здесь у нас Джимми с вязанкой дров и кукла 2. Правда, иди нахер. Что за выражение? Кстати, даже если хочешь сыграть в игру и поставить там рейтинг, ну, на Ютубе, что игра без мата, то в игре-то матерятся. То есть какой смысл сидеть и разговаривать без мата, когда в самой игре матерятся? Особенно там в GTA-шку, когда играешь, там типа, ну, выбираешь монетизацию и... В списке выбираешь, типа, мата нету, мат не присутствует. Так, а дверь открывается пока. Так, ну мы здесь мимо нее не пройдем по одной простой причине. Потому что у нас FPS не 60. Ну, потому что у нас. Твою мать, блин. Потому что у нас 60 FPS. Ее хрен обойдешь. Так, я не думаю, что можно спокойно. Господи, Боже. Спокойно обойти эти манекены. Так, я правильно иду? Я иду неправильно. А, хер, да? Не обойти их никак. Ух. Фу, блин, напряженная вообще эта мамуля. Напрягает меня. Особенно, когда меня в угол зажали, тут я вообще офигел. Во время мата выключать звук. Ну да, можно записать видео и... Можешь записать видео, короче, и вырезать мат. Так, ладно, будем по сценарию играть. Обходим здесь. Как он там обходил, я не знаю, вообще не понимаю.
Так, мы нормально, в смысле, быстро все делаем. Так что сойдет. Возвращаемся назад. Путь открыт. Какая ты упрямая! Ладно, тебя ждешь еще много таких. Давай, давай, давай. Кидаем клетку. Вы это слышали? Ну, куклы, конечно, и тупые. Тут ничего не скажешь. Их много. Если увидят, мне хана. Надо что-то придумать. Вы это слышали? Убить ее. Так, скидываем. Клетку, бежим дальше. Вообще, я не представляю, как это находят. Нужно же правильно стоять, короче, в правильном месте стоять и в правильный пиксель смотреть. Вот так вот мы справляемся с загадками. Это нужно правильно стоять, понимаете? Просто пробегая мимо. Так, эту мы гасим, бежим дальше. Так, здесь тоже трюк. Я помню. Трюк под названием Урюк. Блядь, не могу пройти. Ладно, прячемся. Так, значит, здесь мы пробегаем. И все. Ладно. Обойдемся без трюка. Все равно бы мы здесь стояли, ждали, когда исчезнет этот... хренота. Надо валить отсюда. Так, здесь мы бежим, вообще не оглядываясь. Потому что если мы будем здесь тормозить, нас поймают. Так, быстро эту фигню сносим. И бежим, 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 бежим. Так, кукла промахивается. И мы дома. Сколько украшений. Какой-то праздник. Да, ладно, вот глянь. Так вот у нас получается. Это моя комната? Станет ли она похожей на меня, когда вырастет? Ой, читерю, я Олег научился у мастера. Да, я у мастера научился немногому. Папин? Все через же, но получается через раз. Как они это нашли, вообще непонятно. Хватит, Игорь. Пора тебя утопить. Я была первой. Первой? Там три куклы. Точнее, три пачки кукол нужно использовать.
нужно использовать наш цветочек. Чего ты до меня докопалась? Короче, чтобы нормально пройти игру, нужно ее раз 6 пройти. Вот так вот. Пучок белого шалфея, давайте пучок. Ты такая жадина! Раз. Два. Так, разворачиваемся и бежим. Блять, забыл. Замедляем их. Там две штуки, оказывается. Там два цветка. Вот это меня чуть не обманули. Эвелина? Это та девочка? Нужно, короче, раз 6 пройти игру и выработать оптимальный маршрут, который подходит для прохождения игры. Так, аптека. Не могу взять. Паникуй, ты справишься. Обязательно справимся. Так, прячемся. Так, давай сюда. Первое. Так, где она появляется? Я не помню. Вот здесь, значит. Когда она три раза использует, атакуем ее. Давай. Отлично. Три раза. Бьем. Не успею, не успею. Так. Бежим. Прячемся за столб. Давай, давай, давай. Раз, два, три. И удара. Два. И финал. Мега магия. Отлично. Погружаемся на третий уровень бездны. Сколько у нас там времени? 56 минут. Так, это мы не используем. Это мы не одобряем. Патроны для пистолета. На кой хрен они нужны здесь? У меня на дробовик. Ага. Ноль. Зато для пистолета это хрена. Где? Что это за место?
Что у нас здесь по хилам? Три хилки. И шалфея этого. Много. Пучок восстанавливает сколько там? Четыре, наверное, или все. А один восстанавливает две единицы магии. Что? О! Пучок. Так, вот здесь что-то лежит. Лекарство. Лекарство нам пригодится. Они это... Я... В замке было так же. Так, он тут что-то сделал. Как-то, как-то их просто... Просто их не обойти, да? Не зря же мне дали пистолет с патронами. В конце-то я его использовать не буду. А здесь использую. Патрон для дробовика. Так, значит, здесь мы проходим до точки. До финала. Разворачиваемся. Не вовремя. Бьем. И тратим одну, один удар. Думал, не успеют. Ну ладно, успели, хрен с ними. У нас в любом случае, ребятки, полчаса на то, чтобы завалить босса. Поэтому, даже если какая-то, если тактика здесь не сработает, боссу в любом случае хана. Будем его из пистолета убивать. Так, патроны дробовика, лекарства. Нужно больше патронов для дробовика 9. Ну, мне патронов для дробовика много дали, ладно. Согласен. Шалфея у нас вон сколько, смотрите. Смотрите, какая у нас экипировка. Так, перезаряжаем. Нам нужен один патрон в стволе. Ну, короче, попробуем. Попробуем по тактике парниши, короче. Сначала мы бьем ее стеблем, этим корнем, да? Майк, я уже близко. Бьем корнем и не стреляем в нее. Потом бьем корнем второй раз и начинаем там чу-чу-чу наяривать. Всем привет. Здорово, Баха. А мы уже заканчиваем. Я прохождение игры снял. Почти. Конечно, не идеальная, но... Тебе не сбежать! Сдавайся! Тихо, тихо, не трогай. Стой, меня. Погоди! Это правда ты? Да не останавливайся! Беги! Бегу, бегу! Сейчас будет босс. На работе задержался. Понял. Это мы тут все безработные, короче, сидим. Развлекаемся. До 12 ночи. Чему назвался Майклом? Я не хотел все усложнять. Просто берег тебя. Интрига, чтобы в игре была. Чтобы было интереснее. Прости, наблюдать за происходящим. Но мне надо было найти выход. Сейчас мотану вперед и посмотрю. Че ты вперед мотанешь? Здесь. Совсем близко. Назад, в смысле? Роза!
Или что, YouTube уже может перематывать вперед? У Ютуба функция посмотреть окончание стрима. Как ты безработный? Да вот так вот. Тайский эксперт там такой этот. Сидит целыми днями. Целыми днями стримы смотрит и деньги за что-то получает. Так, смотрим на нее, пока не бьем. Берем пучок, стебель белого шалфея, использую. Что это такое? Так, она взлетает. Даже если ты выживешь, какой в этом смысл? Отца тебе не спасти, вы в двух разных мирах. Тебе нечего. Бьем ее. Подходим к ней. Будет тебе столько силы. Так, она перелетает. Стебелек используем. И промахиваемся. Так, используем мега-стебель. Попал. Я потратила так много сил, чтобы заманить. Но ты восхитительна. Блин, не получается быстро. Хоть убей. Так, ладно, используем еще один стебелек. Блять. Давай, давай, попрыгай. Уворачиваемся. Уворачиваемся. Где она? Меня подбили. Нажри. Только ты способен убить ее мне. Любой ценой. Так. Я готова. Давайте используем стебелек. На все. Но я точно добьюсь своей цели. Попала, падла. Ведьма. Давай, виси в воздухе. Настеблим тебе в голову. Увернись-ка от этого. Так. Ты еще не поняла. Ты не будешь жить долго еще. Ну я все. Стебли закончились, я по максимуму в нее. А, вот у нее супер удар пошел. Короче, не понял я фишку спидранеров, ребят. Могу только от говна уворачиваться бесконечно. Я. На, блин, жри. Что это такое? Давай, жизнь у тебя отнимается вообще. Твое время подходит к концу. А то у меня патроны закончились. Тебе нечего. Скоро все.
Да, кончено, давай мне это. Так, где ты? На, жри. Откуда у тебя столько сил? Ну? Супер. Удары. Ой. Ой, ну все, я победил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фу, ребятки, котятки. Папа! Тут с 8 утра до обеда на показы людей вожу. Я как не зайду, ты все время у меня на стриме сидишь. Аппетита работаешь. Ты там хоть это... Хоть в 5 часов, хоть в 8 часов утра, я все время как не зайду, ты тут первый. Здравствуйте. В чем фишка была? Фишка спидрана была, что он ее за минуту завалил. Ей конец. И он, и у нее ни одна анимация не сработала. И отдай мне свою силу! Я чуть не проиграл. Я уж забыл, что тут надо ее добивать. Никита Джей. Хорош, да, все нормально. Будем без без тактики спидранеров. Короче, надо зайти на этот, на какой-нибудь сайт, где спидранеры объясняют тактику. Иначе ни черта не понятно. Ну все. На сегодня. 1:08 у меня ушло. Та-та-та-ра-та-та. Вот и сказочки конец. Capcom представляет. Хардкор. 1:08. А час раньше закончил, да. Но я тут это, тут сложные места были. Можно ли пройти игру, не сдохнув ни разу с этой тактикой? Вот в чем вопрос. Я сомневаюсь.